Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. К этому часу из-под завалов извлекли тела 9 погибших. Детей среди них нет. Еще 6 человек госпитализированы. Судьба 32 жильцов дома пока что остается неизвестной. Сегодня в Челябинской области день траура. Государственные флаги на административных зданиях приспущены. Развлекательные мероприятия отменены. Горожане устроили стихийный мемориал рядом с поврежденным домом. В Москве люди приносят цветы, игрушки и свечи к столичному правительству, представительству Челябинской области на Славянской площади.